В Международный день семьи в областном центре вручали почетные знаки «Материнская слава». Этой награды удостаиваются те, кто воспитывает пятерых и более детей. С момента учреждения знаков в Тульской области им награждены 474 матери. Очередная торжественная церемония прошла в Доме дворянского собрания. Подробности расскажет София Кириллова. Региональная награда «Почетный знак Тульской области материнская слава» появилась в 2008 году. Первоначально ее вручали многодетным мамам. Но с 2013 года было решено награждать и тех, кто воспитывает приемных детей. Чем больше семья, тем больше сложностей, считают некоторые. Но только не сами многодетные. И заверяют, что вырастить, скажем, пятерых ребят легче, чем одного. Мне кажется, с одним трудно. Когда много, наоборот, легче. Когда один, за ним надо смотреть, а это вроде все под присмотром. На старших можно положиться. Воспитать детей с похожими привычками и характерами невозможно. Индивидуальность обязательно возьмет верх. Поэтому главное не только любить, но и принимать своих детей такими, какие они есть. И хотя, конечно, порой приходится нелегко, многодетные матери ни на что не променяют свои большие и дружные семьи. Справляемся. 6 детей, 5 внуков. Желаю всем такую семью большую и огромную, что все любили детей. Прислушивались к их мнению, уважали их выбор и понимали. Правительство региона уделяет особое внимание поддержке материнства и детства. Ежегодно увеличивают финансирование программ, направленных на поощрение и охрану здоровья детей и матерей. Ведь без больших и дружных семей невозможно представить себе сильное государство. И такие семьи вдохновляют молодое поколение. От имени губернатора Алексея Дюмина участников приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина. Ваш вдохновляющий пример очень важен для нашей молодежи. Молодые семьи учатся у вас душевной щедрости, заботе и милосердию. Видят, как вы создаете уют в доме, доказываете, что чужих детей не бывает. Почетный знак высшей степени признания регионам заслуг в воспитании детей сегодня получили 11 многодетных и приемных матерей. После награждения многодетные матери и их семьи приветствовали представители областного парламента, городской думы и Тульской метрополии. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей.